Всем привет! Сегодня тема моего видео – это аминазол. Хочу поговорить о нем. Мы все любим, когда наши растения, наши орхидеи цветут красиво, пышно, продолжительно. Но для того, чтобы это наступило и было, нужно, чтобы растение получало все важные элементы питания. И мы должны регулярно подкармливать свои растения. Подкармливать нужно растения в течение всего года, исключая только тот период, когда орхидеи спят, когда растение отдыхает от цветения и набирается новых сил для того, чтобы заложить новые почки для цветения, растить корешки позже, ну и листья. Чем же всего лучше всего кормить свою орхидею? Удобрений у нас очень много, есть и комплексные, есть и специализированные удобрения. К тому же аминазол – это одно из лучших удобрений для наших растений. На сегодняшний день у меня аминазол. Вот так вот выглядит аминазол. Это комплекс аминокислот. Фирма «Август» предлагает нам вот такое вот удобрение из продуктов животного происхождения с полным набором аминокислот. Это уникальный препарат, созданный по формуле немецких производителей. Его можно использовать как и для корневых подкормок, так и для внекорневых. Аминазол для орхидей содержит ряд органических компонентов, благодаря которому растение легко усваивает все необходимое для того, чтобы расти и цвести. В состав удобрения входит 20 связанных аминокислот животного происхождения, которые обеспечивают следующие процессы для жизни орхидей. Помогает им расти, помогает им продолжительно цвести. Высокое качество цветов. Мы знаем, что калий отвечает также за качество цветка. Аминазол имеет тоже такое свойство. К тому же аминазол помогает, чтобы клетки правильно делились и корневая система развивалась правильно. Ну и, конечно же, устойчивость к стрессам и получить хороший иммунитет. Как использовать аминазол для орхидей? Аминазол очень прост в применении. Для корневых и внекорневых подкормок рабочий раствор готовится одинаково. 5 мл препарата разводится в 2 литрах воды. Подкармливаем мы с марта по октябрь один раз в 10 дней и с октября по март один раз в месяц. Все точно так же, как мы подкармливаем любым удобрением. Лучше подкармливать орхидеи при замачивании на 20-30 минут. Такой способ помогает корням растения получить все необходимые элементы. При внекорневых подкормок раствор заливаю в пульверизатор или в опрыскиватель и смачиваем листья орхидеи до полного смачивания. Не допускаем попадания раствора на цветы. Красота и длительность цветения орхидей, насыщенный цвет лепестков и обилие бутонов зависит от тщательного и заботливого ухода. Применяя аминазол для орхидей, мы можем повлиять на сроки цветения. Орхидеи зацветут раньше и цвести будут дольше. Еще есть один препарат, который называется «Живо». «Живо» от аминазола отличается тем, что в аминазоле есть добавка азота. Лично мне «Живо» не принесла никакого удовлетворения, потому что я ее использовала несколько раз, и заметного какого-то улучшения я не заметила ни хуже, ни лучше. Поэтому я прекратила использовать «Живо» и купила аминазол. Сегодня я буду подкармливать растения, сейчас разведу препараты, мы вместе с вами будем подкармливать орхидею, которая еще не цветет, для того, чтобы именно бутоны, которые она набивает, были ярче,
Хотя я считаю, что немного это поздно. Когда мы подкармливаем орхидею в течение роста цветоноса, перед тем, как растет цветонос, такие препараты гораздо эффективнее, чем уже когда вот-вот распустятся бутоны. Потому что в этих бутонах сформировалось все, что нужно. И следующие подкормки практически не влияют на то, что уже зацветет. Приготовила орхидею, которая вообще у меня не цветет. Это азиатка Offsking. Даже не знаю, по сорту она или нет. Хочу именно ее полить аминозолом. Взяла 1 литр теплой воды, ну и 2,5 препарата. Зальем орхидею до конца горшка, чтобы вода смочила все верхние корни орхидеи. Оставлю на 20-30 минут. Я думаю, 30 минут как раз вполне будет достаточно. Ну а с вами я буду прощаться и говорю вам всем до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока!